Доброе утро, подписчики. Ну, хотя-то оно-то какое, и это оно доброе. Оно сегодня не доброе. Сегодня у нас 5-я серия, и идемте, ну, покажу, ну, в чем сегодня проблема. Короче, у меня заклинил вчера движок, и вот. Ну, и будем это разбирать, а вы будете смотреть. Ну чё, ну будем снимать сейчас крышку, смотреть, в чём проблема, собственно. Волнуюсь, блядь, очень сильно, блядь. Да, не. Вот эту берешь вот так, снимаешь, блядь, потом это снимаешь, а то я вчера видел, ну как они делают. Это дает, ну... 17 надо. Тут варятся. 17? Это разгон, здесь ролики, понял, когда ролики начинают... Они нормальные. Они начинают, это, понял, ремень да. Слабый, видишь? А когда сейчас скорость начинает его сжимать, ремень натягивается, понял, начинает ехать, понял? Давай. Ебать, это, ну сейчас это, наверное, куча бабла надо. Слаживать, блядь. Всем, ну кому вот это интересно, ну делайте донаты. Ссылочка в описании. Это вариатор заебал, это вот видишь ролики. И что, они крутятся? Оно когда разгоняется, оно натягивает, они дают вес, натягивают ремень, и тогда ты едешь. А тут сцепление находится, тут пружина находится пиздатая, понял? Оно, когда сбавляет скорость, эта пружина раздает, и она натягивает ремень и немного тормозит скорость. Ну ты понял, вот видишь, вариатор сузыковский. Я ебу. А за какой причиной ты тогда... Ну... Я не знаю. Надо, если есть веса серии, можно сважить ролики и посмотреть, насколько у него грамм ролики. Руки у тебя, там уже бачил. Все, открыл крышку. Ну нихуя. Я понял, все. Я за это очень фан вышел. Ебать, бензин употребляет. Нет, послушай, вот, как ребята, требует воздух, вот. Если слабенько дует. Так это, ну, как уже я снял перья, ну, это я думаю, это его перекрасить, ну, это в другой цвет, ну, это, ну, пишите в комментарии, какой вы желаете цвет. Ты, сука! Он будет забирать... Это ты его, наверное, в ху закручиваешь. Блять, это все откручивается, ты молдавенький, блядь. Ну, это, ну, сейчас это будем пробовать снимать этот кар. А, ну, это, ну, короче, ну, сейчас эту хуйню-то будем брать, ну, и на трассу. Сута, да, одного, ну, пацана спроси, ну, Петри. Это, ну, почем, шо будет стоить, блядь, цилиндры отремонтировать. Пиздец. Три полоски, смотри, цилиндры пиздец. Раз, два, два, три. Ну, ты отремонтировать его, чтоб охуенно, и он, ну, потом летать будет. И кто чем может помочь, ну,
кидайте донаты, ссылочка в описании будет, ну, это, облагодарю вас. Короче, мы уже, тут уже на месте, ну, это на шиномонтаже, и это, ну, это я договорился с мастером, ну, и вечером он мне будет его делать. И советую вам хорошего, ну, этого мастера, ну, это вот куда подъезжаете, и он вам все охуенно сделает. Короче, это уже прошло 2 суток. И это, ну, как вы видите, ну, это ничего не изменилось. А то бабла, ну, пока у меня нету. И подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч.